Привет, ребятня, меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Так повело, что сегодняшнего исполнителя я не очень сильно любила в юности, потому что его постоянно сравнивали с Noize MC, а я очень сильно обожала и до сих пор обожаю творчество Noize, поэтому если вы его не слушали, обязательно послушайте хип-хоперу, например, у него Орфея Евредика просто... Это отвал всего. Постоянно Макса коржали, как саморжа. Я так выпала, когда мне написали, разбери, пожалуйста, как саморжаешь, что я аж, не удержалась. И такая думаю, ладно, окей, Дарья, вот побори вот это в себе, внутреннюю, вот эту вот нелюбовь, и разбери какую-нибудь вот песню его, Макс Токаржа, он что, старается там. Поэтому сегодня мы с вами будем разбирать его одну из популярных песен, «Жить в кайф». Ну а перед началом разбора хочу напомнить, что у меня есть цель на этот год собрать 100 тысяч подписчиков на канале, чтобы мы с вами были на первом месте в русскоязычном YouTube по укулеле комьюнити. Тем более, ты можешь мне в этом помочь, если ты до сих пор не подписан, но тебе нравятся мои разборы. Ну а сейчас бери инструмент в руки и погнали учиться играть эту песню. И вот как она выглядит. Я. В истерике кружилась мама Валя. На заднем фоне замер папа Толя. В радиусе метра воцарился жесточайший хаос. Как-то всем понятно стало, сын остался без диплома. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Надо, но послушай, отец есть. У меня своя волна, и на своей волне меня поджидает успех. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить, мечтал. И вот однажды, как обычно, я летал во сне, вдруг увидел солнце, и тогда себе сказал, я выбираю. Разбор на укулеле. Песня состоит на 5 аккордах, но они немножко меняются в куплете и в припеве, об этом чуть-чуть попозже. Для начала разберем первый аккорд. Первый аккорд мы зажимаем на 4-й струне на 2-м ладу. Аккорд АМ. Далее к этой конструкции мы добавляем 2-ю струну на 1-м ладу и получится у нас аккорд ФА. Далее к этой же конструкции мы добавляем 3-ю струну на 2-м ладу. Получите аккорд М. Следующий аккорд, аккорд С, зажимаем на 1-й струне 3-го лада. И 5-й аккорд, аккорд G, зажимаем 1-ю и 3-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю струну на 3-м ладу. Получается А, М, Фа, Д, М, С, G. Теперь касаемо, в каком порядке это все играть. На первые 4 строчки куплета мы играем с вами аккорд АМ и С. Все, эти два аккорда мы играем на первые 4 строчки. Далее на вторые 4 строчки мы уже играем 4 аккорда. АМ, ФА, С, G. Следующие 4 строчки предприпревные, слова «Боже, как я хотела видеть свет», у нас уже получается тут D, M, Fa, A, M, G. И такая последовательность аккорда сохраняется и в припеве. То есть D, M, Fa, A, M, G. Да, а если непонятно уже становится, то раздачный материал в описании. Обязательно его сейчас открой и учись вместе с ним. По аккордам понятно, как теперь это все играть. Самое главное в этой песне — правильно вступить в нужный момент. Мы начинаем со слов «я». Да, типа круто, «я». И потом начинаем играть с вами рисунок боя. Бой на 4 строчки у нас будет следующий. Вниз, вверх, заглушка, вверх, вниз, вверх, заглушка. То есть... На первые 4 строчки мы этот бой будем играть 2 раза на 1 аккорд. Теперь, как, что, куда вступаем? Я. В истерике кружилась мама Валя. Я. Мы говорим в пустоту. Потом начинаем играть 1 раз этот рисунок боя без слов. И за вторым разом мы уже вступаем с голосом. Получается. Я. В истерике кружилась мама Валя. Мы таким же образом играем по 2 раза на 1 аккорд. Также на слова «на заднем фоне замер папа Толя», то есть... На заднем фоне замер папа Толя, в радиусе метра
когда воцарился жесточайший хаос, когда всем понятно стало, сын. Да, но на слава сын остался без диплома, мы не доиграем второй раз вот этот бой, а просто играем аккорд удар вниз. И получается. Когда всем понятно стало, сын остался без диплома. Разбор на укулеле. Мы уже начинаем с вами играть бой. Бой будет следующий. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз. И этот рисунок боя мы играем один раз на один аккорд. Мама, не кричи, хватит плакать, не смей. Я не спорю, надо, но послушай, отец, есть у меня своя волна и на своей волне меня поджидает успех. Да, на последнюю вот эту строчку «меня поджидает успех» вы можете играть, как я, то есть «меня поджидает успех» по одному удару, или также продолжать этот бой. На ваше усмотрение вы можете играть и так, и сяк. И дальнейшие строчки мы также играем с вами этим же самым боем. Единственное, в каких-то моментах вы можете как бы на концовке ставить просто удары вниз, как я делала до этого. То есть, например, на слово «вдруг увидел солнце и тогда себе сказал», вы можете сыграть с несколькими вариантами, также играть боем, и получится... Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал, я выбираю его, ну вот этим же самым боем, или же, или. Можете играть. Вдруг увидел солнце и тогда себе сказал. Просто опять удар вниз. Дальнейшие уже вот эти все строчки, предприпев и сам припев, играются тем же самым боем. И получается. Боже, как хотел я увидеть свет, и как посчитал бы нужным жить мечтал. Когда себе сказал, я выбираю жить кайф, я выбираю жить кайф, я выбираю жить кайф, я выбираю жить кайф. Ну а если тебе был полезен этот разбор, то поставь свой лайк. Также не забудь написать комментарий, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Также не забудь поделиться этим роликом с своим другом или подругой, которая обожает слушать Макса Коржа или как Саморжа. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока!